Так, всем привет, с вами я, Паша 3D. Сегодня мы, пожалуй, я вам покажу один из уровней, в игре Mark of the Ninja. Я тут немножко поиграл, уже дошел до того момента, где можно покупать свои апгрейды, но... Да, завершаем с апгрейдами. Стиль Путь Ниндзя. Все. Завершаем эквипмент. И смотрим заставку. Mark of the Ninja. Я постараюсь хотя бы читать то, что тут говорят. Ну, возможно, после этого переводить на русский. Своей слабой возможностью переводить на русский что-либо. Тут демонстрируется, наверное, весь геймплей этой игры. У нас есть охранники, которые не слышат, что их лучших друзей, возможно, убивают. И вот. И его тоже убивают. А, это ему всего лишь приснилось. Понятненько. Когда уже начнется геймплей? Эй, ты! Ты не слышал звон колоколов? Я здесь, чтобы помочь тебе. Первое правило. Делай так, чтобы я не сдохла. Следуйте за Орой. Ох, стрельнули наши радио. Мы ушли. Мы убили из них одного. Понятно. Стой. Где твой меч? Прячься во тьме, чтобы тебя не увидели охранники и не пристрелили, как того чувака. Ты не можешь убивать без своего оружия. Кстати, моя экшен очень хороша. Keep moving. Всё. Пока что у нас нету меча, мы пока что не можем всех убить. Ай, вон глаза. Нажать на это, мы будем бежать. Стой! Ой-ой-ой. Посмотри наверх, беги, и они тебя услышат. Ты видел эти баннеры? Мы должны тотально их продать. Что-то вроде того. И... И мы, оказывается, круто умеем лазить. Мы получаем свой первый... Нет, не первый. Мы получаем свою крюкошку. И вот, мы получаем свой меч. Теперь ты готов, чтобы убивать. Сначала убей какого-нибудь просачка. Мы должны убивать тихо, чтобы нас никто не услышал. Дрободи? Да. На X мы полностью его опускаем. А на B мы просто его ложим. Чтобы получить бонусные очки... Мы, пожалуй, его тоже сюда скинем. Прямо к его приятелю. Немножко запутался в управлении. Тут мы должны получить, да, готики. Чинила твоего тату может замораживать время и прицеливаться, чтобы потом быстренько всех макава. Пока ты там болтала, я уже его убил. Никак получше. Не, давайте сначала подождем.
когда он уйдет. Так, нет, он еще будет. Чёрт. Все-таки мы зря тут были. Убивающий паук, вроде бы было так написано. Окей. Ну тут очень просто кидаем люстру, и они оба падают и умирают. Люстры здесь убивают. Это очень помогает. Либо... Не, он не услышит, тогда сюда. Давай! Все, мы его убили! Чтобы нас не засекли, мы... Черт, его же заметят. Тогда ложим его около... О, не люблю вас, птички. Вот что будет, если мы его убьем громко. Ну, уже мне, по-моему, мне уже хватит записывать видео. Так что просто спрыгнем. И... На. Это был Паша 3D. Всем пока. F9.